прям откровенно спеть вместе с вами, потому что лучше всего объединяют даже не бардовские песни, пиратские песни. Вот мы все же в душе немножко пираты. Давайте об этом вспомним и не будем стесняться петь. Эту песню написал Булат Акуджава, она прозвучала в фильме «Из жизни начальника уголовного розыска». Вот. Давайте попиратствуем немножко вместе. Там припевы, тем более, повторяются. В ночь перед бурью на мачте горят святого Эльма свечки, отогревая наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Они женщины, пираты. Нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный парус, пусть будет сладок ром ямайский, все остальное ерунда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Там только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. А только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья, поскольку денежки чужие.